Моя королева, после превращения твои способности изменились. Ты можешь узнать об изменениях, зайдя в личные покои. Ты стала сильной и захватила еще одну планету. Я думаю, когда-нибудь ты будешь властвовать над всей Вселенной. Кто знает. Но зерги точно больше никогда не будут рабами других рас. Даже Зелнага. Мы изменились. Нас ждут другие миры. Мы произошли от этих изначальных зергов, но они так хаотичны. Ты знал, что древний пойдет против меня? Твоя эссенция, она звала его. И ты не предупредил меня. Он был зергом. Ты тоже зерг. Один зерг гибнет, другой становится сильнее. Тебе это известно. Кажется, я начинаю понимать тебя, Дихака. Мощная эссенция вожаков изначальных зергов расширила набор доступных способностей. Достигая новых ступеней развития, ты будешь открывать по 3 способности. Расскажи мне о своей работе. Смотрю на ткань, вижу потенциал, структуру, ДНК, последовательности, сплетение, соединение. Вижу, как можно улучшить. Ем плоть, расщепляю кость. Внутри меня. Трогаю, смешиваю, переплетаю. Достигаю лучших результатов. Но не идеальных. Идеальных никогда. Идеал — цель, которая всегда меняется. Нельзя останавливаться. Хорошо, ты можешь продолжать работу. Мы должны отправиться на ледяную луну под названием Калдир, где мать стаи Нафаш сражается с протосами. В стае Нафаш много высокоразвитых существ. Их генный материал будет очень ценен для объединения роя. Здесь так мало фауны, которая могла бы помочь в развитии роя. Это место – одно из самых негостеприимных в секторе Капрулу. Может быть, Нафаш просто хотела укрыться здесь? Нафаш хотела сделать свою стаю сильнее, и ради этого привела ее на худшую планету из всех возможных. Конечно, насильственная адаптация. Адаптация или смерть? Других вариантов нет. Ты говорила, что хочешь отомстить предводителю тиранов, но на этой луне нет тиранов. Стая Нафаш обладает ценными свойствами.
Она хорошо послужит Рою, когда мы пойдем в атаку на Менгска. Но мы можем разбить его войско только силами моей стаи. Тираны такие слабые. Помню обо мне, ты говорила то же самое. Что за навязчивая идея собирать эссенцию? Это путь к выживанию. Она делает тебя сильнее? Сила — это ловушка. В нее попались главы стай. Если дело не в силе, то зачем тебе эссенция? Эссенция позволяет меняться, выживать. Пока собираешь, живешь, остановишься, погибнешь. Разведчики сообщили, что Нафаш возвела здесь улей, но вскоре покинула его. Она ушла в эти ледяные пустоши. Наверное, там базируются и протосы. Рой страдает на этой луне. Я думала, ты подготовил моих зергов к таким условиям. На Калдире холодно, как в открытом космосе. Защита от такого холода не нужна всему Рою. Только Левиафанам и Муталискам. Ты пытаешься оправдаться? Разработка необязательных механизмов адаптации затратна. Излишне сложно. Раньше было не нужно, теперь нужно. Поищу местную фауну. Добуду полезную для Роя эссенцию. Выполняй. Нафаш и ее стая отправились в ледяные пустоши, чтобы сражаться с протосами. Я не знаю, захочет ли она присоединиться к нам по доброй воле. Время от времени на этой луне случаются ледяные бури, вызывающие мгновенное похолодание. Одна из них скоро начнется. Во время бури температура падает настолько стремительно, что почти вся тепловая энергия мгновенно рассеивается. Бури быстро заканчиваются, но пока они бушуют, твои войска будут заморожены. Я чувствую присутствие местной фауны. Из матриархов этих животных можно получить сильную эссенцию, которая поможет нам адаптироваться к холоду. Моя месть свершится. Рой, это я. Мне надо найти матриарха Урсадонов и получить ее эссенцию. Я позабочусь об этом. Разумеется. Это... Этот зерг дикий. Его не контролирует никакая высшая сущность. Мы адаптируемся. Для нас нет преград. Еще один дикий зерг. Что-то здесь не так. Все падут перед Роем. Наша миссия. Скоро начнется ледяная буря. Надо найти матриарха Урсадонов. Самое время. Менгск будет страдать. Мы адаптируемся. Началась ледяная буря. Войска заморожены. Урсадоны. Их матриарх поблизости. Сильная эссенция. Поглотить эссенцию местной фауны. Рой будет защищен от холода. Ледяная буря подходит к концу. Самое время. Эссенция ассимилирована. Рой стал устойчив к сверхнизким температурам. Превосходно. Я чувствую, что база Нафаш где-то рядом. Раненые тараканы могут закапываться, восстанавливать здоровье.
Забудь об этом. Рой, это я. Все падут перед Роем. Это мой мир. Стая на фаш. Протосы уничтожили ее. Я пробужу этот улей. Протосы почувствовали пробуждение улья. Они знают, что мы здесь. Королева клинков? Без своего Роя? Очень глупо с твоей стороны было так отдаляться от главного улья. Протосы. А я все думала, когда же вы покажетесь. Мы должны отправить весть на Шакурац. Они пришлют золотую армаду и уничтожат тебя. Иша, скажи мне, что протосы вне зоны досягаемости Шакураца. Так и есть, моя королева. Но у них есть шпили пси-связи, которые могут усилить их способность к псионному общению. Тогда мы уничтожим эти шпили, прежде чем протосы смогут их активировать. Минкск будет страдать. Рядом есть еще матриархи. Добыть эссенцию, повысить боеспособность Роя во время бури. Боеспособный Рой — это хорошо. Если выдастся возможность, я обязательно займусь матриархами. Время пришло. Да, твоя королева слушает. Воины, задержите ее! Навяжите ей бой! Моя месть свершит. К улью приближаются протосы. Разумеется. Скоро начнется ледяная буря. Пока она не закончится, протосы будут уязвимы. Протосы беззащитны. В атаку! Нет преград. Это... Что на этот раз? Нам нужно... Твоя королева слушает. Нужно больше минералов. Минск будет страдать. Я позабочусь об этом. Рой, это я. Это мой мир. Разумеется. Наша миссия продолжается. Буря заканчивается. Адаптируемся. Все падут перед... Первый шпиль уничтожен. Даже если ты уничтожишь шпили, мы сумеем передать весть на Шакурац. Иша, мне нужен инкубатор. Да.
Твоя королева слушает. Разумеется. Наша миссия продолжается. Самое время. Для нас нет преград. Нам нужно больше минералов. Рой, это я. Мы адаптируемся. Атакуй. Новая порция эссенции. Полезно. Улучшено зрение в условиях ледяной бури. Приближается ледяная буря. Говори. Самое время. Разразилась ледяная буря. Нужно пользоваться моментом. Уничтожить протосов. Моя месть свершится. Да. Я позабочусь об этом. Все падут перед Роем. Наша миссия продолжается. Рой, это я. Разумеется. Для нас нет преград. Это мой мир. Наша миссия продолжается. Разумеется. Для нас нет преград. Ледяная буря заканчивается. Мы должны отступить, пока не началась следующая. Я позабочусь об этом. Твоя королева слушает. Да. Разумеется. Самое время. Моя месть свершится. Твое время на исходе, Керриган. Скоро сюда прибудет Золотая Армада. Скоро разразится буря. Мы адаптируемся. Да. Разумеется. Началась ледяная буря. Протосы беззащитны. В атаку! Я позабочусь об этом.
это я. Еще один. Сопротивление бесполезно. Воины Шакуроса одолеют тебя. Ица. Рой, это я. Ледяная буря ослабевает. Наша миссия продолжается. Ассимиляция эссенции закончена. Рой приспособлен к боям во время ледяной бури. Что? Твоя королева слушает. Мы адаптируемся. Я позабочусь об этом. Наши войска атакованы. Время пришло. Решение завершено. Для нас нет преград. Говори. Буря. Ледяные бури становятся короче. Они больше не дают сильного тактического преимущества. Что на этот раз? Да. Войска протосов заморожены. Перед роем. Рой, это я. Разумеется. Это мой. Все падут перед роем. Разумеется. Наша миссия продолжается. Ледяная буря ослабевает. Самое время. Это мой мир. Я позабочусь об этом. Мы адаптируемся. Для нас нет преград. Улучшение завершено. Наши войска атакованы. Я позабочусь об этом.
падут перед роем. Протосов не сможет связаться с Шакуросом. Теперь им неоткуда ждать помощи.